От стенки переворот. Задом наперед. И самый сложный трюк в моей копилке. А у меня рекорд скорости. Как не скучно вы проводите время. Да, куколка, мир полон интересных занятий. А вот я все время в кафе. Это нормально. Кто-то же должен баловать нас сладкими десертами. Должен? У тебя талант кондитера, девочка. Кухня! Вот твоя стихия. Эй! Нельзя решать запинки! Кто сказал, что она не может уйти с кухни? А вы знаете, мне и правда захотелось заняться чем-то другим. Пока не знаю чем, но попробую и все. А мы что, останемся без пирожных? Пинки навсегда покинула кафе и встала на трудный путь поиска себя. Да! Наконец что-то новое! Ой, я так волнуюсь! Не волнуйся, все получится! Супергерой не понимал эту девчонку. Зачем что-то пробовать? Каждый хорош на своем месте, а ее место... кухня. Вот так. Ты готова? Ой, а тут высоко. Смелее, Пинки! Если что, я поймаю. И я! Кухня! Вот твоя стихия! Ну уж нет! Ловите меня! Потрясающе! Вы это видели так же, как и я! У нее получилось! Девчонка делает успехи. А пирожных остается все меньше. Она должна вернуться на кухню. Пинки! Ты прирожденный трюкач! Идем в мою команду. Будет круто! Каждый день новые трюки и рекорды. Ребята, а давайте попробуем что-нибудь еще. О, это так интересно! Наша Пинки все еще не нашла себя. И вот новый вызов! Скалодром! Ситуация осложняется. Кухарка все дальше и дальше от кухни, а запас пирожных тает на глазах и во рту. Мы
каждому свое. Нет! Хочу и буду! Дорогие зрители, ущипните меня! Наша принцесса открыла в себе новый талант! Ничего себе! И без тренировок! Вот то! Дело принимает опасный оборот. Мы можем остаться без десертов. Супергерой думал о будущем. Будущем без радости сладкого. Это было неприемлемо. И супергерой начал действовать. Пинки! Уходи в сторону! Это ужасно, мои дорогие зрители! Горы! Такое опасное место! Смелее, Пинки! У тебя получится! Наша принцесса талантлива во всем. Теперь останешься в скалолазании? Здесь? Нет, давайте что-нибудь другое. Суперблогер! Какие просмотры! У тебя настоящий талант, куколка! Давай вести совместное шоу. Это займет всего лишь все твое свободное время. Эй, Бублик, не наседай. Может, Пинки хочет выполнять трюки на роликах? На скейте, Гло! Ты же видела, как Пинки катается! Не смеши меня, Флай! На скейте! Блогер, лучшее занятие во вселенной! На скейте! Супергерой! Проиграл. Он не смог удержать сладость этого мира. Вот оно, последнее пирожное в истории. А дальше пустота. Нет, на скейте! Круче! Лагер! Пинки, ты решила, чему себя посвятишь? В смысле, чему посвящу? Ну, конечно, своему кафе! Кафе? Я обожаю готовить. Просто хотела попробовать себя в других интересных занятиях. Дорогие зрители, принцесса Пинки возвращается в кафе. Мы потеряли блогера, но получили обратно нашу любимую выпечку. Ху-ху, ура! Не знаю как, но все вернулось. Сладость мира спасена. Очень вкусно! Спасибо, Пинки! Как я по вам соскучился! Мои сладкие булочки! Ммм!
Наконец-то мир снова наполнился. Вкусом. Ой, кажется, я переел. А теперь, дорогие зрители, начинаем блок о здоровом питании. И наш герой – супергерой! Больше никакого сладкого, только морковные чипсы! Нет! Стой! Раз, два! Налево! Смирно! На первый, второй, рассчитайся! Неплохо управляется с ботами. Неплохо? Да я бы сказала, лучше всех, кого мы знаем, включая самого генерала. О, а может, Мелкотрон мечтает захватить его место? Мелкотрон захватил расположение генерала, а другого ему и не нужно. Упор, лёжа, принять! Лёжа? Ну да... Когда они встретились, мир содрогнулся. Ну, мир Мелкотрона точно. Еще не было ни Клая, ни Глории, ни Мелкотрона, ни робота. Генерал уже мечтал о своей команде. Он всегда хотел управлять большой и дружной командой. О! Ну, получил вместо нее игрушку-таймер на пружинке. Мелкотрон был бы счастлив оказаться в команде генерала, но генерал хотел командовать не цыпленком на пружинке, а грозными роботами. О, генерал де Кроль, легенда. Какая огромная честь видеть вас, говорить с вами, мечтать о службе под вашим началом. О, простите, разрешите представиться. Младший хозяйственный таймер Мелкотрон. Время сигнала до 5 минут. Ожидаю ваших распоряжений. Нет, мне нужны совсем другие роботы. А кто это у нас такой новенький? Мелкотрош, не отчаивайся. Генерал добрый и справедливый, когда в настроении. А значит, рано или поздно он обязательно тебя примет. Главное не сдаваться. Главное не сдаваться.
Тише, генерал идет. Может, надумал принять тебя? Прекрасный день, друзья! Наконец, моя мечта сбылась! Знаете, это особое чувство. Немного грусти, но такое приятное волнение в ожидании будущих свершений. Поздравляю, генерал! Чудесно, когда мечты исполняются. Но настоящее чудо – исполнить мечту кого-то другого. Вы совершенно правы, принцесса. Надо мечтать дальше о победах с моей новой командой. О, вызываю вас на спортивную битву в пинг-понг-баскетбол. Мы принимаем вызов. Мелкотрош, ты с нами? Я не знаю. Берите кого угодно, вы все равно проиграете. Простите, я не могу. Лови, урожек! Стой, ты беги! О, нет! Принесите мне победу! Это приказ! Нет! Победу в игре! Надо забить мяч! Да не так! Бестолковые! Вот как надо! Ой! Генерал, боты покинули вас, но я готов сражаться вместо них с вами. Не надо, я буду сражаться один. Все здесь. Но вы же один. Вы не сможете играть против нас троих. Вы проиграете. Это не важно. Я бросил вам вызов, и моя честь не позволит мне забрать его назад. Подготовил ботов. Просто машины!
что я наделал? Спокойствие, мой генерал! У нас есть замена! Мальчики, собрались! Последний розыгрыш! Генерал, у вас прекрасная команда. Ура, Мелкотрон! Мелкотрон, построить ботов! Боты, стройся! Да, Мелкотрон удивил. Думаю, он все равно может занять место генерала. От помощника до начальника всего пара шагов. Да, ровно пара шагов. Вот же Флай. Как должен мыть посуду, так сразу дела у него. Ой, еще вот это. Что бы я без тебя делала? О! Привет, девчонки! Скорее собирайтесь! О, пришел! Между прочим, это твоя работа! Проиграл в камень-ножницы-бумагу, значит, мой! Ах, некогда мыть, Гло! Мы идем искать сокровища! Так, ага, пироги, пончики, тортики, злочки. Что еще за сокровища? Вот! В этой карте все обозначено! Нашел за Роминым столом. Ну, можно и за сокровищами. Ребята, надеюсь, вы не расстроитесь, но эта карта принадлежит нашему общему другу. Правда? Да! А кому? Орашу. Подарила ему настоящего сумрачного ниндзя Ораша. Орашек сразу начал искать, какую бы миссию выполнить. И карту, приложенную к подарку, он принял за свое первое задание. Конечно, дорогая принцесса, всегда интересно узнать, кто же таится в подарочном яйце. А где же наш новенький? Вот же он. Да, частично. Здравствуйте. Выходите, пожалуйста, мы хотим познакомиться. Я принцесса Пинки, а это генерал де Крой. Добро пожаловать к Ромочке. Ораш. Ничего страшного, мой друг. К любому хвосту можно привыкнуть. Мы всеми силами стараемся
старались, чтобы Орошу понравился его новый дом. Но Орош думал только о выполнении своей важной миссии. А наша принцесса готовит потрясающие торты и круассаны. Монами, друг мой! Он опять потерялся! Что ж, постараемся уделять больше внимания нашему новенькому. Но вы теперь не одиноки. Не обязательно развлекать себя самому. Да, Ураш! Теперь у тебя есть мы. Давайте к нам, генерал! Вы не ошиблись. Ураш! Может, Урашу и нравилась наша забота, но его важная миссия ниндзя оставалась незавершенной. Новичку просто нужно время, чтобы освоиться. Вот еще. Урашу нужны друзья, а не время. И где теперь его искать? Конечно, мы хотели как лучше. А Ураш хотел завершить свою миссию. О, Урашик, а мы тебя опять потеряли? Думаю, все же следует позволить ему побыть одному. Генерал, ну как вы не понимаете? Мы для него стараемся, развлекаем, угощаем. Я компот поставила, а он... Ай! А? Что это? Это карта? А зачем она? Что происходит? О, дорогая принцесса, по-моему, мы в ловушке. Ураш, это ты? Зачем ты поймал нас? Полагаю, мы не оставили ему выбора. И куда он так торопится? Терпение, моя дорогая. Думаю, мы все сейчас увидим. Определенно зачем-то внеземным. Мой компот! Мамочки! Надо убрать его с плиты! Генерал, помогите мне освободиться! Thank you.
скоро! Суперспособности, а то я их и сам боюсь. И не надейся, что завтра победишь. Защитники мира всегда наготове. Ой, привет. Привет, малыш. Как тебя зовут? Я Диди, храбрый защитник мира от злых пришельцев из космоса. Ко-ко? Ко-ко? Диди. Ко-ко? Диди. Какую веселую игру ты себе придумал! Это не игра. О! И каждый день мы с Ромой спасали мир от злых пришельцев. Потом я потерялся в песке, а Роме, чтобы не грустил, купили новые игрушки. Но хоть мы больше и не видимся, я продолжаю охранять Ромин мир. Ну, раз на сегодня мир спасен, не желаешь пойти с нами на пикник? Мы будем пить чай с пирожными и... и играть в крокозавра! Не время сейчас для игр. Отдохнуть надо. Завтра злодей нападет снова. Увидимся! Ну какой это пришелец? Просто фантик от конфеты. И не особо вкусные, кстати. Динозаврик маленький. Он все видит по-своему. А может тогда просто выбросим фантик и скажем, что прогнали злодея? Малыш перестанет волноваться и пойдет на пикник. Боюсь, это не сработает.
тот, кто решил посвятить себя спасению мира, найдет множество новых кукров. Ха! Несуществующих? Почему же несуществующих? Невкусные конфеты реальны. Ха-ха! Я придумала. Мы вернем малыша к нормальной жизни с помощью игры. Веселой игры. Что, даже веселее крокозавра? Тебе понравится, Бублик. Будешь ведущим. Малыш, малыш, полезай! Тревога! Что случилось? Уже завтра? Нет, все случилось сегодня. К злому пришельцу прилетели друзья. Так друзья... Это же хорошо. Это его друзья, и они тоже злые. А еще они превратили наших друзей в космических монстров. Мы должны спасти их и навсегда прогнать злодеев. Ты со мной, малыш? Не боишься? Не боюсь. Прекрасно. Я в тебе не сомневался. Вон они. Мехафлай и Робогло. А как их прогнать? Малыш, для спасения мира нам понадобится космическая батарейка. Вон она. Видишь? Мы захватим ее. Ты готов? Да. Догоню. Стой, землянин, помедленнее. Прогоню и съем. Ам-ам. Малыш, бросай! Неужели теперь они погонятся за мной? Погонимся. И съедим. Убегай! А что дальше, Бубинат? Малыш, меня зовут Бублинант. Бублинафт? Ладно, пусть будет Бубинат. А дальше мы должны найти источник энергии и зарядить от него нашу батарейку. Ух ты! Источник энергии! Это самое интересное спасение мира в моей жизни! А где мы найдем источник? В этом лабиринте. Но надо быть осторожным. Источник стережет злой и коварный Кукураж. Я готов. Сложное. Нужно не побояться подойти прямо к пришельцу и нажать на ту большую кнопку. И что будет? Он улетит домой, а ты спасешь мир. Но чтобы все сработало, нужно подключить кнопку к космической батарейке. Справишься? Я не боюсь. Не боюсь. Это кто? Это мастер зло Кроль и его прекрасная приспешница Пинкинелла. Беру их на себя! Я! Я! Только нажми на кнопку! Я не боюсь, я смогу!
Непривычно. Попробую. Попробуй игру в крокозавра. Чур, я ведущий. Мам, поиграю на улице. Куда ты, Бублик? Ой, что это? Друзья, хочу вас кое с кем познакомить. Ррррр, я пришелец из прошлого. Давайте дружить. О нет, этот ящер хочет нас съесть. Спасайся! Так... Какой тут адрес? Это 8 или 9. Написать нормально не могут. А, ладно. Шишел-мышел, как бы вышел. Доставочка! Готово. Поехали дальше. Дорогому Ване от бабушки. Эй, Гло, я умею читать. Просто написано неразборчиво. Ага. Так это и есть дом Вани? О, повезло нам. Ну что, осмотримся? Наверняка. Привет! Ой, ребята, вот вы где! Привет! Зайка, принесешь малину для пирога, а мы с Глори пока посекретничаем. Зайка! Пинки, ты просила помочь! Я готов! О? О? О! Флай! Флай! Привет, Гло! Как там наши? Да, я особо ни с кем не общаюсь. Девочки, вы так похожи! Конечно, мы же
же выпускницы одной школы. То есть одного завода игрушек. Только не понимаю, зачем Ване два набора Флая и Глории? Больше, не меньше. Вместе веселее. Подождите, какому Ване? Ваня, дружественная нашему Роме форма жизни, которая обитает в соседней галактике. Вон в том доме через дорогу. Через дорогу? Так мы что, адресом ошиблись? Не волнуйся, куколка, это не трудно исправить. Нужно всего-то перебраться в соседнюю галактику. Космический странник Бублинант Гала Рибиус вам с удовольствием все объяснит. Цель видна, задача ясна. Да-да, и давайте поторопимся. Ванечка наверняка с нетерпением ждет встречи. Дружище, в моем сердце поселилась прекрасная принцесса. Дружище, адрес проживания Пинки – мое сердце. Да, ну ладно, мне пора. Ага, и мне пора. Так, это пригодится. Отлично. Что еще? Вот. Ага, как раз сюда. Прекрасно. Бублик, не нужно кресло. Мы полетим прямо в блистере. А это для меня. Эй, ты куда собрался? Не выдумывай. Флай и Глории понадобится проводник. Или ты уверена, что ваш план идеален? Идеальнее не бывает. Вон окно, вот катапульта. Ключ на старт и поехали. Ну, не знаю, мне не жалко. Пусть летит, если хочет. Другой разговор, куколка. Ну, конструкция должна быть прочнее. Осторожней, Флай! Ты это себе сказал, дружище? Смотри, куда идешь. А, так я и смотрю. И ты тоже смотри, дружище. Мальчики, вы принесли ягоды. А, да, Пинки, вот, самое спелое. Нет, Пинки. Это самое спелое и почти что не испачкалось. А моя круглее! Даже не знаю, какую выбрать. Придется сделать пирог в два раза больше. Спасибо, Флай. Флай. Но как увеличить силу броска? У меня не спрашивайте. Сегодня я мозгом не пользуюсь. Девочки, спрячьте меня! Что случилось, Пинки? Что тебе угрожает? Слишком назойливое внимание Флая. Ой, сразу двух Флаев. Ну да. Флай может. Пинки! Уи! Моя машина для достижения высот! Уи! Поможет бросать ромашки! Уи! Нет, моя машина! Уи! Поможет бросать ромашки! Уи! Выше, чем у этого Флая! Когда все работают на дом.
Специально, да! Ты видела, как Гло обрадовалась? Ха, моя идея! И моя тоже! Отлично сработали, Гло. Ага. А еще приятно было повидаться. Давай, дружище. И ты давай. Внимание, космические странники. Повторяем наш план. Летим в эту форточку этого окна. Не этого и не этого, а именно... Подожди, Бублик, ты говоришь этого окна? Ого! Ого! Ничего себе! Кто она? Флай, а хочешь еще добавки? Друзья, был рад вас повидать, но нам уже действительно пора. Мальчик Ваня ждет. Три, два, один. Поехали! Бублик, твое сопровождение, как видишь, не понадобилось. Поздравительная записка! Ее нужно доставить. Ваня должен знать, что подарок от бабушки. Бублинант уже летит. Помогите мне приделать.